Новосибирскому зоопарку исполнилось 70 лет. Праздновали с размахом, с конкурсом детских костюмов, концертом, играми и мастер-классами. В этот день зоопарк принял больше 10 тысяч посетителей. Об уникальности коллекции животных и о том, за что так любят зоопарк новосибирцы, узнала Екатерина Макаркина. Это настоящий зоосад. Дети в костюмах зверей борются за призы конкурса. Участвуют в основном постоянные посетители. На отдых в зоопарк только всей семьей. Разве здесь плохо, как можно не любить? Это животные, это общение. Столько, не знаю, здесь так уютно. Красота. Здесь ребенок и погуляет, и поспать может спокойно, и повеселиться. Сейчас, кажется, он был в городе всегда, но новосибирскому зоопарку всего 70 лет. Вначале небольшой зверинец, по иронии судьбы, созданный человеком по фамилии Зверев, теперь один из крупнейших зоопарков страны. Во многом благодаря бывшему директору Ростиславу Шило, сейчас зоопарк – главная достопримечательность Новосибирска. Здесь всегда хорошо, уютно, животные всегда, все ухоженные, красивые. Мы сюда приходим, сюда живем недалеко, поэтому часто посещаем наш зоопарк, нам очень нравится сюда ходить. Тут крутые и веселые звери, и можно некоторых, потрогать немножко. Сегодня в коллекции зоопарка 11 тысяч экземпляров животных. Это представители 700 видов. Многие из них занесены в Красную книгу. Особенно гордятся в зоопарке крупнейшей коллекцией кошачьих. Из 36 видов здесь содержат 32. Еще одна уникальная особенность зоопарка. Здесь, в неволе, размножаются практически все животные. Дело в условиях, я думаю, что мы пытаемся создать каждому виду животного те условия, которые приближены к естественным. И поэтому, конечно, в естественных условиях это для животных естественно размножаться. Каждый год здесь что-то новенькое, то есть зоопарк расширяется и постоянно какие-то новые идеи там вносят. То есть каждый год интересно. Каждый год зоопарк удивляет. Так к юбилею открыли новый павильон для мелких приматов и пингвинов, отремонтировали фонтан у птичьих вольеров. Сейчас активно работают над тем, чтобы коллекцию новосибирского зоопарка пополнили жирафы. Екатерина Макаркина, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.